Дворовой футбол получает все большую популярность. В Махачкале завершился юбилейный турнир «Кожаный мяч». Победителей и призеров наградили в администрации города кубками, медалями и подарками. Поздравить мальчиков и девочек пришли представители власти, легенды спорта и олимпийские чемпионы. Подробнее Хамза Нурмагомедов. За чемпионство боролись дети из микрорайонов, улиц и дворов не только столицы Дагестана, но и других муниципальных образований. В этом турнире приняли участие рекордное количество команд. Более 960 команд. Мы для себя определили сумму рекордную. Мы будем двигаться к 10 тысячам участникам. Этот турнир является самым крупный на территории Южного федерального округа. На протяжении чемпионата ребята проявили настоящий спортивный характер, волю к победе и хорошую футбольную подготовку. Мотался, играл, давал передачи, забивал. Лучшие команды сегодня принимают поздравления от чиновников, известных спортивных и общественных деятелей. Сегодня вы у нас лучшие горожане, лучшие дети, которые проявили себя на спортивных площадках, на футбольных полях, проявили свой спортивный дух. Хочешь быть счастливым – будь им. Поэтому вы ставите себе задачу, вы определяете свои пути развития. Посмотрите на первый ряд, сидят мальчики. Среди вас будущие министры, летчики, космонавты, мореплаватели, борцы. Все зависит от того, как вы отнесетесь к своему будущему. Победителей и призеров в 7 возрастных категориях наградили кубками, медалями, футбольными формами и мячами. Особо отличившихся футболистов чествовали в отдельных номинациях. Среди девочек победителем турнира стала команда «Олимп». На этот турнир пришла сама жена Яшина. То, что нас это поразило, это было удивительно, очень красиво нас встретили. Также завершение было различными танцами закончилось, нам понравилось. И команда набралась огромного опыта, с каждым разом все больше соперников. И получается, надеюсь, мы будем продвигаться с каждым разом все дальше, и мы не остановимся только на этом матче. Организаторы турнира уверены, что подобные мероприятия дадут новый толчок развитию футбола в республике. Среди вас здесь сидят будущие олимпийские чемпионы, будущие политики, будущие врачи. Поэтому самое главное – трудиться, верить в свои силы, и у вас все получится. В этом году «Кожаный мяч» проводился в 20-й раз и был посвящен 160-летию Махачкалы, памяти заслуженного мастера спорта Льва Яшина и 90-летию спортивного общества «Динамо». Хамза Нурмагомедов, Хадижа Курбанова, Джалал Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.